А я вчера, между прочим, от скольки денег отказался? А вы и не знали, что шеф отказался. А теперь думаю, всем похуй, что я отказался. Мне вчера пиздец сколько денег предложили за стрижку. Я не знаю, там, ну, пиздёж или нет, до 17 кака дошло, типа. Наверное, он подумал, что я им, ну, цену набиваю. Никто не сказал об этом, что я отказался. Нигде этого не было, зато если ты за 500 рублей постригся, то типа, вау, хайп. Долбоёб. Да в смысле, долбоёб, ребят, я ж уже говорил миллион раз, что, ну, это стрёмная хуйня просто. Во-первых, непонятные какие-то деньги. Да, начнем с этого. Ну, что вот, ну, мне вот капнет вот это, что мне, блядь, с этим делать? И капнуло, блядь, сколько это денег, что мне, в тюрьму пойду. А еще какие деньги это? То есть я же не ебу, что это за деньги, это первое. Второе. Ладно бы это был кореш какой-то, а этого человека вообще не знаю. За корешу я бы и бесплатно ебнул на спор какой-нибудь. Да я и так квартиру куплю, просто чуть подольше это займет у меня. Короче, слишком легкие деньги. Для кого-то я точно продамся и стану в негативном ключе. Для меня моя аудитория важнее, чем какие-то фантики. Я, наверное, где-нибудь в 50 лет буду сидеть, у меня будет Prius в кредит, канал забаненный, всем будет на меня похуй, я буду сидеть... Блядь, чё я вот тогда в лысого не превратился, блядь? Буду нахуй, 100%. Но зато я, может быть, примерчик хороший подал кому-нибудь. Бабки надо зарабатывать. Вадя сказал, что ты красавчик. Спасибо, ну хоть Вадя меня признал. Вадю я люблю. Короче, я не знаю, нет того, кого бы я хотел постричь. Братишкин, ладно, может, я бы вот его бы, может, постриг. Так, я вчера вроде к нему заходил, там никакого донейшна у него нет. За сколько он пострижется вообще? Кто-нибудь знал? Пишет, что он пост такое делал. Вообще, знаете, что я могу еще предложить братишкину? Может, он передайте? Сейчас точно скажу. Сейчас вам скажу. За 120 тысяч долларов пострижется вам? Вот. Ну, если прямо сейчас закинуть 120 отдельнее. Но это нормально. Я не предлагаю в 3 раза меньше. Я предлагаю на несколько миллионов рублей меньше. То есть, ну, на конкретно 8, если он предлагал 20. Ну, это 120 тысяч долларов, если что. Если что! Ну просто приколитесь сейчас вообще, просто приколитесь. Что можно купить из машины за 120 тысяч долларов прямо сейчас? Что? Не, я не буду стричься, вы чё, пацаны? Не, нахуя мне брать, ребят? Спасибо, не надо. У меня на Твиче просто только сейчас лежит. Так бы. Так что похуй. А чё произошло, типа, про меня упомянули где-то или чё народ пришёл? Спрашивают, зацените. А, нет. Не, ну короче, я не буду стричься. Вот как бы вот. Он сказал нет? Нет? Ебать, нахуй! Я хуею, да, бля, чего, ну, ебать, ладно. А, ну это, в принципе, он того, может, и стоит, на самом деле. Бартишкин, как бы, популярный стример, на самом деле, популярный. На него гореть не буду. Да не, ну, самый край, похуй. Я могу хоть 20 лямов, блядь, стоить, 30, блядь, я не буду стричься. Типа, вместо стрижек куда-нибудь задонатить еще в другое место. Или начинающим стримерам, ебать. Типа, чуваки, я держал и больше денег, я заработаю. Я же говорил уже про это, вы чё? За базар ответил. Вот от 10 до 12 миллионов рублей, что за машина вообще можно купить? Ну, Range, Казаки, BMW, ну, Porsche, ну, это помойный. О, BMW X7 можно купить, 21 года. Сука, предлагаю ему, чтобы просто волосы сбрил. Ёбаный рот, блядь, прикинь, чё они такие, сука? Тоже Мерсик такой, блядь. Ну да, тачки, кстати, новые, 20-го, 22-го, 23-го года, блядь, такие. Мне не нравится вот эта хуйня. Типа, купить стримера. Мне, блядь, вообще это неприятно. Вот там кто-нибудь общался с самоустроем нормально? Да, пожалуйста, бесплатно, блядь. Покупать это вот занимался бы благотворительностью. Блядь. Пришел бы мустрой ко мне и сказал, Васян, у тебя там кредитов висит на 200 тысяч. Васян, давай ты постричься, я не хочу, иди. Хорошо, хотя бы адекватно, блядь, зашли, типа. Я думал, сейчас мне полчат разнесут. А некоторые, это самое, стримеры, блядь, уже сидят. Смотрю, блядь, сидит на 7 зрителей название стрима. Подстригусь за 170 тысяч. Да, бля, я по 50 рублей ему денег высчитал, блядь. Я больше жакнул, как все стримеры запускают. Пусть ходит за бесплатно, у него вши просто. Запускают, когда Малстрой запускает, все стримеры подрубаются. Да. Такая хуйня вообще, фу. Там торгуются еще из-за лысины, ценники, блядь. А мне интересно, а за 17 нет? Типа, ну, это так просто вопрос. Я еще не, то есть 20 и не там 300 тысячами рублей меньше, да? Просто, бля, я не знаю, я, наверное, тогда уже за 20 гинсуху побрил бы, блядь, не? Вот ладно, вот что бы вам бы добавило больше эмоций, вызвало больше эмоций? Братишкина постричь, например, гинсуху. Ребята, на. Хоть 40, я не хочу, правда. Не буду просто. Ну, вот, блядь, мораль выше моя. Я говорю, мы не знакомы, типа, будь это кореш, я бы с ним наспор бесплатно бы ебал. Давай на лысо пострижемся, Вов.
Не хочу, чтобы с меня контент делали. Все, типа, давай, давай за бесплатно пострижемся. Вон, моих корешей можно хоть по 100 рублей побрить, вон. А, он только что сказал, что даже за 40 лямов не пострижется. Ебать. Хуе. Может, у него псориаз на голове? Других причин я не могу найти, типа, или, ну, или как это вообще понять? Я, нет, не думайте, короче, чуваки, не думайте, что я цену набиваю. Нет, типа, там, бля, я не набиваю цену, просто не хочу. Я так не привык. Типа, я понимаю, что там бабло есть, оно прям сейчас капнет. Не, нахуй надо, не хочу, блядь. Да лучше пусть просто подождет Малстрой год, лет 10 и все. Да, я облысею сам бесплатно, типа, какой 10, там, 2 года максимум, у меня уже он, блядь. У тебя волосы, я не понял, они просто назад сдвигаются, и они скоро у тебя на спине расти будут. Потом со спины на жопу, с жопы на пузо и обратно на голову залезут. Так, куда мне, блядь, идти, я не понимаю.